Цепочка «Любовь» – изящное, необычное дизайнерское плетение. Отличается от всего, что вы видели до этого. Это не стандартное панцирное, не стандартное якорное, а необычное плетение – в форме сердечек. Если вы мечтали о любви, если вы хотели, чтобы любовь вошла в вашу жизнь, или вспомните о том, что самое важное – это любовь к себе, выбирайте вот такую цепочку. Это будет ваше напоминание о том, что нужно любить себя, о том, что нужно себя украшать. Глядитесь, какие интересные вот такие звенья, посмотрите, действительно выполнены в форме сердца. И эти сердца не заканчиваются ни одно, ни два, ни три, а вот такое бесконечное сплетение сердец воедино. Цепочка «Любовь» 128 995, и цена только сегодня 799 рублей. Размер у нас с вами есть от 40 до 70 сантиметров, поэтому широчайший размерный ряд можно выбрать и себе, и маме, и подруге в подарок. Всем-всем любимым женщинам, всем обожаемым, всем, кому хочется, чтобы они сияли, выглядели восхитительно и сногсшибательно. И чем хорошо выбрать цепочки? Цепочка – это база и основа. Если вы выбираете цепочку, вы можете этим не ограничиваться. Вы можете наслаивать кулончики, вы можете носить по 2, по 3 цепочки каскада. Цена позволяет сегодня обновить свой ювелирный гардероб вместе с телеканалом Shop & Show. И что самое главное – цена только сегодня. Действительно, такие предложения часто у нас не появляются. Это ваш шанс, это ваша возможность. Сейчас сенсация года. 799 рублей за цепочку «Любовь», выполненная из серебра, 925 пробы и покрытую золотом. Золочение сияет на всех гранях алмазной огранки этой цепочки. Посмотрите, не только восхитительно выполнено каждое звено, но оно же еще покрыто вот так вот. И алмазной гранью, видите, специально сделано для блеска. И плюс еще все это покрыто золотом. Часто мне задают вот такой вопрос: а золото не сотрется, а как это будет носиться? Смотрите, очень здорово сейчас современные технологии позволяют покрывать серебро золотом на молекулярном уровне. Буквально соединяется серебро и золото, поэтому такие покрытия считаются очень надежными. Они чрезвычайно долго служат, если вы с ними обращаетесь правильно. То есть вы не моетесь в таких украшениях и стараетесь, например, не спать и не заниматься физической нагрузкой. Тогда такие цепочки вам служат не один год, и плюс они, конечно же, являются восхитительным дополнением для вашего образа. Какие мы можем платья подобрать под такие цепочки? Кстати, не только платья, это могут быть и джинсы, это могут быть и футболки, это могут быть и какие-то базовые блузки, поэтому не ограничивайте свой гардероб только каким-то классическим выбором. Дизайнерское плетение действительно необычайное, с итальянским налетом. Почему я говорю, что итальянский налет? Потому что лучшие плетения новые всегда производят и придумывают, всегда придумывают в Италии. Но вот это российское производство, то есть уже итальянские технологии на российской почве, качественное производство, качественное, безусловно, украшение, универсальное с одной стороны, но с налетом дизайна, с налетом вот такой изюминки. Блеск совершенный, восхитительный, яркий, необычный, потрясающее плетение. Мне очень нравится то, что здесь оно с одной стороны смотрится изящно, но при этом оно, согласитесь, не тонкое, да, все-таки оно широкое достаточно. Ширина здесь достаточно приличная, давайте с вами померим, посмотрим, какая она ширина у самой цепочки. Давайте измерять, у меня для этого есть специальная линейка, смотрите, наблюдаем. Вот так вот, 3,5 миллиметра, между прочим, это уже достаточно хорошая ширина для цепочки, такая цепочка не потеряется у вас в зоне декольте, вне зависимости от того, вы дама с пышными формами или вы дама изящная. Такую цепочку можно подарить и своей дочке, да, это может быть действительно подарок, и юной барышне, это может быть подарок и маме, и бабушке, да, уже даме более солидного возраста и солидных форм. Цепочка «Любовь» – это ваше напоминание о любви к себе. Это вы новая, счастливая и красивая. Это потрясающие ювелирные украшения, вот такие восхитительные, выполненные из российского серебра 925 пробы и покрыты золочением. Ну, кстати, я могу сказать, что действительно вот таких цепочек может быть много. Вы видите, что я 3 цепочки разместила вот таким образом на руке. И понимаю, что можно добавить 4-ю, 5-ю, 6-ю. То есть вот это тот случай, если вы, например, любите ювелирные украшения, не хотите себе в них отказывать, здесь вы действительно можете наслаивать слой за слоем таких цепочек множество. Ну и плюс добавляю кулоны. Все сегодня вот кулоны вы увидите обязательно в наших эфирах. Тоже будет очень много вариантов, как эту цепочку преобразить еще более прекрасно. Вы можете с такой цепочкой создавать как повседневные, так и действительно яркие праздничные образы. Вот сегодня наши телезрительницы оценили визуально эту цепочку, поскольку она и похожа на золотую, да, оценили в 30 тысяч рублей, в 20 тысяч рублей. Серебряная цепочка в золочении, то есть покрытая золотом, вам достается за стоимость, начиная от 799 рублей.
сияние покоряет. И вот эти звенья, да, видите, как здорово выполнены. То есть не просто плоское какое-то плетение, да, не просто вот еще такие бывают параллельные, перпендикулярные, а здесь оно такое сложное, витиеватое, создает эффект и кружево, и создает эффект действительно очень причудливых вот таких звеньев в виде сердец. Вы когда-нибудь, наверняка, может быть, кто-то из вас плел кружево, да, может быть, кто-то из вас вязал, это же помните, да, не так-то просто. А вот здесь такая сплетенная из серебра цепочка, надежная, качественная, российского производства, абсолютно универсальная. Всем женщинам от 15 до 115. Вспомните, кому вы хотите сделать восхитительный подарок. И, кстати, вот мужчинам обращаюсь, да, с цепочкой невозможно ошибиться, если вы дарите, да, такое украшение. Здесь размеры очень легко, на самом деле, подобрать размеры, да, вот посмотрите, если у нас с вами размер 40 сантиметров, да, это практически под горлышко, это юным барышням хорошо, это изящным барышням хорошо. Начиная от 45 до 55 сантиметров, это базовые, средние, стандартные длины, наверняка у вас таких много в шкатулке, если вы предпочитаете классику, это как раз такой вариант. 65 и 70 сантиметров, это уже, знаете, такие длины хорошие, приличные, это уже длины, которые необычными являются, они редко появляются на ювелирных прилавках и у нас на телеканале Шоп-н-Шоу. Они встречаются, но все-таки действительно вы можете как раз вот такие длины выбирать, если хотите что-то новенькое, что-то интересное, что-то необычное. Я уже разместила на руке, посмотрите, что еще, это браслеты из той же самой коллекции. С тем же самым названием «Любовь», они чуть-чуть пошире, о них расскажу тоже обязательно подробнее. Сейчас хочу, чтобы вы вот такой комплект уже забирали, потому что есть у нас такие предложения по восхитительной цене. Это абсолютный хит, это сенсация года. Такую цену вы больше не увидите. 799 рублей. Цена только сегодня, серебряная цепочка в золочине. С удивительным плетением, необычным в виде сердца, вот таким дизайнерским, изысканным, изящным, который позволит вам создать как праздничные образы, так и великолепные повседневные.